В рамках проекта «Маленькая дагестанская филармония» сотрудники Центра традиционной культуры народов Дагестана проводят музыкальные занятия на разную тематику с воспитанниками реабилитационных центров города. Так, в музее центра состоялся очередной урок, в ходе которого гостям были продемонстрированы национальные музыкальные инструменты. Попросим дядю Мурата, чтобы он что хотел на турне. Мы попросим дядю Мурата, чтобы дал нам возможность поиграть. Также во время занятий, благодаря музыкантам государственного ансамбля «Молодость Дагестана», приглашенным была предоставлена возможность послушать звучание некоторых национальных инструментов. Национальные инструменты делятся на несколько видов – духовые, струнные, шипковые, ударные и другие, рассказывает заместитель директора центра Жанна Магомедова. Нам очень захотелось познакомить ребят с этими инструментами. Ну, как вы видите, они с удовольствием это делали, они сами с удовольствием попробовали даже. Мурат Бабаев, Сиражуддин Бакамаев, они такой своеобразный мастер-класс им устроили. Попробовали дети поиграть на зурне, попробовали поиграть на думбеке, на барабане. Сегодня все ушли довольные. Осталась довольна я, как организатор мероприятия, остались довольны наши артисты, которые помогали сегодня. Но самое главное, остались довольны ребята. Для этого наше мероприятие и проводилось. Так что День России мы встречаем во всеоружии. Музыкальное занятие заключало в себе не только знакомство с историей появления того или иного инструмента и какому народу оно принадлежит, но и экскурсия по музею центра и мастер-класс игры на агачку-музе и барабане. Зарема Хайбулаева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».